Поздравляю с победой. Какие сейчас впечатления? Как оцените финальную игру в первую очередь для своих ребят? Но игра мне очень понравилась, и очень приятно, что кубок остался все-таки здесь, в Дружковке. Я очень переживала после первой игры, что шансы наши немножко пошатнулись. Но слава богу, боже, наши ребята лучшие, класс. В какой момент поняли, что вот шансы, которые вроде как пошатнулись, нет, все-таки кубок остается? В какой момент поняли? Ну, когда наши ребята во втором периоде начали выигрывать 9-3. Это реально адреналин, класс. Ну и помимо вот этих эмоций, что еще можете сказать, в принципе, о самом турнире? Ну, дай бог, чтобы он был ежегодным, чтобы это была добрая традиция. Как бы Сергей Ефимович для хоккея сделал очень огромный вклад. И я думаю, что кубок пусть остается здесь, в Донбассе, правда.